Я просто не знаю, что мне сказать. Видеоблог салата. Ваня, как? Когда? Почему? Во сколько? Потому что я только что проснулся. Я вот только что проснулся, захожу, и у меня в рекомендациях Ваня. Ваня! 2 часа назад. Короче, я сразу поставлю лайк. Ванек, я так рад, то, что ты вернулся на YouTube. Господи, помилуй. Так, все. Я обосрался. Погнали. Снимает. Так, кто там снимает? Ты снимаешь? Снимает. Да. Хай-хай, с вами Вангай, и сегодня... будет что-то необычное, например, ролик. Я спокоен. В общем, начну с того, что я закончил соединять группу хлеб с Abstract The One. Человеку 19 лет. Как тёлка ведет себя. Такой вот движ. Ребята попросили приехать на саундчек. Повзрослел, повзрослел. Голос слышно, повзрослел. Пораньше, поэтому я приеду, держу вас в курсе. А пока что я прогоню сайт сначала до конца еще раз, потому что я сделал некоторые изменения, и их надо прогнать. Какашки пони. Ой, я все еще не могу это поверить, это просто... Ой. Молодец. Я не знаю, ну я искренне рад, типа. Я не знаю, как это... Я не знаю, верите вы мне или нет, но... Я так рад, да... Как я играл с контролем. Даже слезы пошли. Я хочу немножко поиграть, потренироваться на деках, чтобы не было никаких казусов, какая-то кнопка не нажмется и еще что. 3:28 AM. Мне не нравится одно, то, что у меня лагает вебка. Видно, да, всем? Всем видно, как она лагает. Я тогда вот так сделаю. Я буду еще ярче. А че вы думали? У меня бабок нет на софтбок, чтобы покупать, поэтому так придется. Ведь если мы вошли, значит нас пустили. Саня присел, чтобы растянуть игру. Я пока для СНГ формирую круг. И все ждут, что-то будет или нет. Сегодня выходное, значит Саня в подкроп начнет эбольс. Давай! Саня, давай! Я не пойму, это он все делал? Это... Я не одупляю, это как? Это он все это делал или что? Подождите, а можно повыше сделать, чтобы... Ага, все вот так. Да, я все еще охерел, я все еще охереваю. А прикиньте, какая насыщенная музычка-то. Ай, ай, ай.
видеоблог салата. А почему салат-то видеоблог? Я что-то не понимаю. Дайте посмотреть, что там пишет. Первый класс. Что за ноунейм? 11-й. Заплакал и ушел. Я то же самое сделал. Нет, ну получается, подождите, я уже не 11-й, мне уже 19-й. Это уже получается как институт идет, 4-й курс где-то. Или 3-й, не помню. А, да. Вот. Нет, все правильно, вот реально правильно пишет. Первый класс, что за ноунейм? А там такие, 11-й класс, заплакал и ушел. Господи, я в ориентире тоже аж заплакал. Такая слеза прошла. Ой, Ваня, как я рад, что ты выпустил хотя бы... Ой, все. Ой, бас какой! Я надеюсь, Ваня увидит на него реакцию. Авось увидит, и правда. Идет. А это он типа в детстве. Да вы чё, ну он же... Свою популярную фразу сказал, хай-ухай, чё никто не сказал, с вами Ивангай, вот чё никто не заорал это? Вот реально, нет? Заорали просто, а с вами Ивангай не сказали. Вау! Чё, мать, раздалбывает. О! Охренеть, как изменил! Пипец, вот он при... Вот он сделал, да? Под эту песню в натуре надо было написать «Ивангай вернулся». Не, Вань, если тебе интересно мое личное мнение, ну и наше, в общем, то не то, что кочевое, тут видно, как ты начал продвигаться в своем творчестве, новом, по крайней мере, музыкальном творчестве, я же прав, вот. Я не знаю, просто иногда я могу ошибаться, вот, что-то говоря, в чем ты продвигаешь, потому что я сам в музыку вхожу только месяц, а это еще мало, это не как ты там 3 года или 2, вот. Поэтому то, что я сейчас слышу, это очень круто, то есть, по крайней мере, то, как ты ремикснул Bad Guys даже, это просто жесть, это очень круто. Bad Guy. Че? А, че? Спасибо. Вань, тебе тоже спасибо. Не, ну авось он тоже нас смотрит и сказал, будь здоров. Во, вот это, кстати, поприкольнее. Окей. Блин, какие басы, как он... Какие басы, а? Вы... Я вот на протяжении всего видео не понимаю, я такие басы вроде не видел. Как они круто дают по ушам, а? Они так приятно подходят для под музыку.
Охереть! Аж камера упала! Подожди, это он сделал? Или... Нет, я понимаю, что это не он спел, это и так ясно. Я в том плане, что... Сейчас, погодите. Офигеть, вот он делает. Сейчас все такие, ну, второй маршмеллоу. Я вот смотрю сейчас, это где вообще находится? Я же не знаю, где это. Почему жалко, что так мало народу? Почему больше не пришло? Не, мне кажется, это просто весь зал был максимум, кто туда зашел. Да, больше там просто билеты либо все скупили, либо туда уже невозможно было зайти. Не, если бы я был на первом ряду, я бы долбал там вот так вот, вот так вот, вот так вот я бы долбал. Вот по полной. Вы не удивляетесь, почему у меня такая фиговая камера? У меня сейчас нет денег, чтобы купить себе софтбокс. Поэтому я, если что, на стримах собираю себе на новый софтбокс как минимум. Освещение, точнее, чтобы вы понимали. А так пока что приходится вот так вот делать. Вот, вы поняли. Да. Плюс бомж. Любимые, замечательные, прекрасные люди, спасибо, что вы пришли и разделили этот вечер вместе с нами. Да ну, Вань, а чё так мало? Хотя ладно, не буду выпендриваться. Всем спасибо большое! Слышь, пацан, или мой... Прям ностальгия! Не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался. Кто-то в будущем увидел бомж, лайкнул богатый, а мне уже и так пофигу, я и так был бомжом, так что не буду лайкать, господи. Короче, Ваня, если говорить чисто от меня, то, ну, если так уж серьезно сказать, то, ну, чувствуется реально уровень, конкретно очень сильно чувствуется уровень, ты сам это понимаешь, то, что у тебя сейчас стал, ну, такой более высокий уровень в музыке, я не знаю, как, вот, ну, типа, так оно или нет, но... По крайней мере, я чувствую это так, то, что ты прям хорошо продвигаешься в музыке, прям делаешь реально тему. Вот. Я очень сильно рад, то, что ты выпустил видео. Мы рады. По крайней мере, хоть что-то. Я аж прослезился, вы прикиньте, видео, это же вообще круто. Ну, то, что... Ну, то есть, видно, что я искренне ждал. Вот, поэтому я могу только попросить, Ванечка, напиши мне ВКонтакте. Я хочу хотя бы раз в жизни пообщаться с Ваней. Ой, ладно. Короче, спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Вот. И до новых видосов. Да, стримы ежедневно в 19:30 по Москве.